Действительно, позиции Пермского края тем самым определены как региона в стране в целом, достаточно привлекательного для инвесторов. Но не будем забывать о том, что кредитный рейтинг дает возможность активизации портфельных инвестиций прежде всего. Речь идет именно об этом. И, безусловно, кредитный рейтинг, присвоенный нашему региону, может дать возможность региональному правительству осуществить эмиссию облигаций, облигационный займ, и, соответственно, выйти на субфедеральный рынок облигаций, который существует в нашей стране. И что это может дать? С одной стороны, благодаря этому регион может финансировать дефицит бюджета, существующий у нас, покрывать дефицит бюджета за счет вот этих ресурсов. И при этом как раз вот высокий кредитный рейтинг, который нам присвоен, он может дать возможность получить финансовые ресурсы на публичном долговом рынке по более благоприятным условиям, да? И, соответственно, то есть одно из направлений использования этих возможно привлеченных денег – это покрытие дефицита бюджета.